Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня в очередной раз коротко хочу рассказать о аминокислотах BCA, или, как говорят в России, BCA. Сейчас стало модно хаять данную добавку и делать это с умным видом. Либо приводить примеры, что вот я месяц отказался от этой добавки, не почувствовал никакого результата, никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но это все равно, что, к примеру, отказаться от чая, не пить его месяц, и тоже вы не почувствуете никаких изменений. Конечно, может быть, пример не совсем равноценный, но суть остается одна и та же. Поймите, что любые добавки, которые мы с вами применяем, используем, это не стероидные препараты. А за 25 лет тренинга я видел людей, которые используют и стероидные препараты, и прогресса не видно сразу. Не стоит думать, что BCA или BCA не работают, только потому, что вам сказал тот или иной блогер. Ребята, думайте всегда головой. Что такое BCA? Все вы знаете, это 3 аминокислоты. И именно из этих 3 аминокислот преимущественно состоят наши мышцы. Почему я с уверенностью говорю о том, что BCA работают? Все очень просто. Я не слушаю людей, я слушаю только факты, а факты говорят о следующем. Современная медицина, современные диетологи, люди, которые усиленно борются с болезнью такой, как анорексия, а вы знаете, это страшное заболевание, когда человек меняется психически, про физически я уже не говорю, теряет все свои мышцы и в конце концов умирает. Так вот, медицина стала использовать БЦА при лечении данного заболевания. Диетологи используют БЦА. И посмотрите на статистику смертей. Статистика смертей после того, как больные анорексией стали использовать БЦА, резко снизилась. Вот это для меня факт, вот это доказательство. И я знаю очень много проатлетов, которые не пьют ни протеин, не пьют при тренинге, не используют вообще в принципе никакого спортивного питания, но БЦА всегда есть в их рационе. Напомню, БЦА это именно тот набор аминокислот, преимущественно из которых состоят наши мышцы. И если вы хотите, особенно при натуральном тренинге, дополнительно как-то оберегать свои мышцы от стрессов, не дай бог от кардио классического, если вы по глупости занимаетесь им, обязательно применяйте БЦА. БЦА работают. Просто нужно понимать, какие должны быть пропорции в продукте. Обязательно это должна быть L-форма. Обо всем об этом я рассказывал в своих статьях и видео. Друзья, увидимся в тренажерном зале. Думайте всегда головой, слушайте всегда только факты. Всем пока!